Здравейте, уважаеми зрители! Вие са с предаването конкретно YouTube каналът е на Поглед Инфо. Аз съм Георги Стамбулиев. Уважаеми зрители, последните дни имаме нещо като земетресение, само че геополитическо такова. Започвам, започнахме със Словакия, след това нестихващите проблеми в Грузия, а сега имаме и Иран. Всичко това се струпва наведнъж. Събития, които може би в някаква степен нямат нищо общо едно с друго, но ако ги погледнем малко по-високо, като че ли има една невидима логическа връзка между всяко едно от тях. При мен отново е господин Саймон Ципис, с когото ще обсъдим точно тези събития. Тъй като те се случват в момента, отново няма да има превод, но това, което забелязахме от предното интервю, което направихме без превод, е, че всъщност голяма част от вас, от аудиторията напълно спокойно разбират това, което той говори, а и той се старае да го прави по начин, по който да бъде достъпен за всеки един. Привет! Здравствуйте! Но, я начинаю а, с въпроса ми. М, ситуация очень динамична и сложна и сейчас. За несколько дни произошло два инцидента с ръководителът ми, государство. А В Грузии не утихает протестов против так называемого русского русского э, закона. Закон, да. Все это вряд ли случайно. Начинаем с Грузии, а вторую часть посвятим на Иран. Вот а, где Грузии в этот геополитический игр а, для которого мы говорили раньше? Прежде всего нужно понимать, что пока в Грузии находится правительство или находится у власти, неважно это оппозиция или коалиция, которые так или иначе относятся лояльно к России. Но когда я говорю Россия, я еще раз повторяю, нужно подразумевать, иметь в виду Глобальный Восток. Пока Грузия еще находится в сфере интересов и у России и у Глобального Востока есть те или иные рычаги давления или влияния на внешнюю политику и внутреннюю политику Грузии, а это есть, и это есть традиционно, поскольку Грузия – это бывшая советская республика. У бывших советских республик традиционно есть близкие отношения с тем государством, которое унаследовало Советский Союз, это сегодня Российская Федерация, по целому ряду причин. Во-первых, близость географическая, Близость политическая. Лидеры, многие, которые были рождены и выросли, и были воспитаны в СССР, которые занимают лидирующие посты, экономические отношения, культура, история, традиции и ценности это и есть основная связывающее, основное связывающее звено между бывшими советскими республиками, которые сегодня являются суверенными государствами, и ядром бывшего Советского Союза, это то, что называлось в период Советского Союза СССР, это Российская Советская РСФСР, Российская Советская Социалистическая Республика, одна из 15 республик, сегодня это Россия. Очень тяжело с точки зрения социологии, Самые тяжелые э, связи, которые тяжелее всего порвать, это связи тради, традиции, культуры, ценностей, в том числе и религия. Эти связи они по э, одной из теорий социологии, э, самые устойчивые. Они, уста, у, смо, они способны устоять э, на протяжении многих лет, даже если происходит трансформация государства или развал государства. Ярким примером является Советский Союз и бывшие республики. Ярким примером является Югославия, которая сейчас раздроблена на несколько других государств, но у них общие, общие ценности, культура и история. Э -э -э, таким примером может быть Чехословакия. Чехия и Словакия очень близки по культуре, по традициям, по ценностям. И вот эти вот связи сейчас старается глобальный Запад обрубить. Теперь, что касается Грузии. В Грузии сейчас, вот вы задали вопрос, какое место занимает Грузия в геополитической этой игре. Это как раз к ней сейчас применяется абсолютно тот же самый сценарий, который применялся к Украине, который применялся к Украине как в 2014 году. Оранжевая революция, попытка переворота, так и в 2014 году попытка, которая переворота удалась. То же самое применялось к Киргизстану в 2005 году, цветная революция. То же самое, те же самые методы воздействия применялись и в, по отношению к Югославии. Я сейчас об этом расскажу подробнее, но методы одни одни и те же, но цели разные. Сейчас цель Обрубить вот эти вот связи, которые остались, уже их, их не так много. Санкции обрубают экономические связи, замена религии. православие заменяется католичеством, это э, обрубание религиозных связей. Остались только культурно-традиционные и э, этнические и, и связи и, и связи ценностей, которые осталось обрубить. То есть это можно сделать только вызвав ненависть к России то, что получилось сделать в Украине. То есть сегодня, в принципе, в глазах практически любого рядового украинца Россия — это враг номер один, Россия — это агрессор. Им, Западу, получилось подменить ценности на уровне истории, культуры и традиций. Вот это, это самое сложное в кавычках, это требует самого большого вклада и инвестиций, в том числе и материальных, и финансовых. И такие, такие процессы, они за собой несут очень длительное приготовление. Переходя к Грузии, на мой взгляд, сейчас вот те методы и те процессы, которые там происходят, для меня лично это понятно, сейчас там готовится цветная революция. Уже вторая по счету. Попытка цветной революции была в 2003 году, она не удалась. Дальше последовало сменили тактику, сменили э, э, методику, вызвали агрессию России по отношению mm -hmm. к Грузии в 2008 mm -hmm. году. Абхазия и Осетия, э, пыт, попытка э, гру, э, была вызвана, э, грузи, э, со стороны Грузии была вызвана... Э, э, Агрессия по отношению к этим, к этим регионам. За этой агрессией стояли и это открытая информация: стояли советники военные советники запада стран НАТО. Поставлялось оружие, обучались военнослужащие грузинские. Эта попытка снова провалилась, поскольку Россия вмешалась. И со стороны России прибыло, прибыли те или иные военные ресурсы, и, а также там находились миротворцы. Сейчас у нас мы видим третью попытку дестабилизировать Грузию с, э, с конечной целью оторвать ее от влияния э, России. И сейчас там подготавливается цветная революция. Как... Цветная да. революция – это как-то э, э, украинский Майдан, которого был? Абсолютно верно. Дело в том, что цветная революция – это целая наука. Это целая mm -hmm. наука, есть целый ряд ученых. Один из самых таких ярких примеров – это Джин Шарп и Эдвард Лютвак. Каждый из наших телезрителей могут найти э, э, этих ученых. Это очень известные ученые, западные ученые. Они написали книги, но эти книги превратились в методику. Это методы проведения цветных революций. Об этом пишет очень подробно Джин Шарп. У него есть книга, которая стала бестселлером. И эту книгу на вооружение взяли Пентагон и разведка США и ЦРУ и целый ряд других разведок. И Эдвард Лютвак, который в своей книге, которая тоже превратилась в методичку, описывает четко, буквально инструкции, как провести военный и государственный переворот в любом государстве. Теперь эти ученые, настолько, насколько я знаю, они не являются сотрудниками спецслужб Запада, они являются учеными. Но они написали две книги это самые яркие примеры, но этих книг гораздо больше я просто привожу самые яркие примеры. Mm -hmm. Особенно привлекает внимание книга Джина Шарпа, поскольку он описывает именно цветную революцию. Его книга так и называется: Переворот без агрессии или Переворот без насилия, Безнасильственный переворот это мягкая сила. Теперь Важно понимать очень быстро и очень коротко, какие есть этапы. Во-первых, чтобы совершить цветную революцию, это государственный, не военный, государственный переворот, то есть массы выходят на улицы. Есть целые методы, технология, тактика, стратегия и финансирование. Теперь обратите внимание, Подготовка к любой цветной революции, она может быть совершена в, друг, в любом государстве. Я иногда даже вот общаюсь с, с вашими соотечественниками, болгарами, я у них просто спрашиваю, мне просто интересно, я у них спрашиваю, как вы считаете, у вас в стране может произойти цветная революция? Он, они говорят, нет, у нас такого быть не может. Тогда я спрашиваю, но если на протяжении последних 30 лет в 10 государствах были перевороты цветной цветные революции, почему вы считаете, что у вас этого не может? Это заставляет их задуматься. Дело в том, что подготовка идет следующим образом. Происходит, я это называю диверсия. Это вмешательство во внутренние дела государства. Эта диверсия использует методы мягкой силой. Открываются NGO, и это не государственные, non-government организации, и NPO, non-profit Самым ярким примером этих организаций, это организация называется Open Society Foundation, ее хозяин и директор это Джордж Сорос. Вы можете найти большой спектр информации об этой очень неоднозначной личности, это Джордж Сорос. В свою бытность одной из самых ярких примеров его мягкой силы было открытие так называемого Европейского университета в Венгрии. Большой университет, очень богатый, с очень хорошей большой библиотекой по холодной войне. Несколько лет назад э, этот университет власти Венгрии закрыли, и он перекочевал, переехал в э, Австрию. Почему Урбан закрыл этот университет? Потому что они уни, они выяснили, какая ведется подпольная деятельность в этом университете. Так вот, нынешние протесты в Грузии, они вызваны э, так называемым русским э, законом по иноагентам. Иноагентами считаются именно эти НГО и НПО, которые получают внимание финансирования из-за рубежа. То есть это э, ассоциации и фонды, деятельность которых не запрещается, но если они финансируются из-за рубежа, это уже внешнее влияние на внутреннюю политику вмешательства. Самое для меня э, смешное, как бы вот э, такое вот э, ирония, что у меня в стране, в Израиле, есть такой закон. Он был принят у нас в 2016 году. Закон фактически так, такой же самый, только он у нас называется более дипломатично. Он у нас называется Transperacy, то есть прозрачность. Закон о прозрачности, о чем он говорит? Абсолютно о том, о чем говорит закон в России и закон в Грузии. Любая ассоциация и фонд, которые получают инвестирование из-за рубежа, обязательно должны подать декларацию, Что, откуда? откуда их финансы в министерство, в целый ряд министерств, и, и, и показать свои бумаги бухгалтерские, откуда у них финансирование. Министерство внутренних дел – это первое. И второе – Министерство э, 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 экономики. А, э, э, и Министерство юстиции. Вот три министерства, где должно быть абсолютно прозрачно предъявлены документы, что у них есть внешнее финансирование. И теперь, внимание, в Израиле не, не запрещается этим э, фондам и ассоциациям дальше работать, но они называются у нас иноагенты. Mm. То же самое произошло в Грузии. Но обратите внимание, какое вызвало волнение это в Грузии, а в Израиле, например, это не вызвало абсолютно никакого, никакого протеста. Тут очень важно понимать, почему именно в Грузии сейчас это вылилось в, так, в такой протест, уже столкновение с полицией, уже насилие, уже, в принципе, намекает на то, что будет... Э, вы, э, будет вынесен этот закон на рацификацию э, премьер-министра. У него есть право вето, но, но парламент может это право вето отменить, то есть назревает конфликт между законодательной властью и исполнительной властью, а это уже попахивает похоже на государственный переворот. И Грузия сейчас очень близко к этому, но именно этого и хотят. Как делаются э, цветные революции, как делаются перевороты? Нужно найти просто повод. Hmm. Таким поводом может быть, например, какой-то любой закон, который инициирует правительство. У нас в Израиле была, фактически были события в 2022 и 2023 годах до начала войны в секторе Газа. У нас была э, попытка провести судебную реформу. Это стало поводом для для беспорядков на улицах, на, для, для столк, э, поводом э, для столкновений с полицией. И наш премьер-министр Бениамин Натаньяу и его приближенные сказали, что в Израиле происходит цветная революция, попытка переворота. Т Теперь повод можно найти любой. И есть специалисты, которые эти поводы могут найти, специалисты Запада. Например, поводом может быть выборы, а потом... Вбрасывание в информационный медиум э, э, инфоповод о том, что эти были э, выборы э, сфальсифицированы. То есть они были, там происхож, произошла махинация. Где мы это видим? Мы это видели на выборах в США, когда сначала пришел к власти э, Дональд Трамп. Тогда начали пытаться э, объявить, что эти выборы э, нужно их отменить, поскольку там была э, махинация с выборами. То же самое произошло, когда к власти пришел э, Джо Байден и заменил Трампа. Была подана в избирательную комиссию заявка, залоба о том, чтобы проверили чистоту выборов. Это и есть повод для цветной революции. То есть еще раз повторю: любой закон, любая реформа или попытка опорочить, раскритиковать результаты выборов, все эти все методы могут привести, могут стать поводом для беспорядков. Теперь, что происходит далее? Далее начинают сегодня уже есть целый ряд э, технологий, как вывести людей на улицу. И самая яркая технология, самый яркий метод, самый яркий инструмент ⁇ это социальные сети. На Майдане социальные сети были задействованы очень активно. Это и YouTube, и Telegram, и Facebook. Кстати, Telegram, мы об этом беседовали, Telegram в конце отказался принимать участие, поскольку начал цензурировать свои аккаунты, которые были связаны с беспорядками в Украине на Майдане. Это и целый ряд других, и Twitter из которого, кстати говоря, удалили хозяева Твиттера, удалили аккаунт э, Джо, э, Трампа. Trump, То right. есть это уже это переходит как бы границы свобод, свободы слова. Ведь мы же должны жить в демократии, ведь uh -huh. это же демократические ценности. Тем не менее, социальные сети очень активно используются. Далее используются очень радикальные методы. Это методы э, фармацевтики. Это стимуляторы, наркотики и так называемые энергетики-бустеры. Есть несколько свидетельств о том, что э, э, тех, кто бастовали и принимали участие в забастовке и в демонстрациях на Майдане, их э, за счет кого за счет НГО кормили, поили и устраивали им ночлег, чтобы они как можно дольше оставались на площади, разбивали им палатки. Где мы это видели? Мы это видели недавно на пропалестинских демонстрациях, антиизраильских демонстрациях в университете Колумбия, где странным образом все палатки протестующих были одинаковые. Они были привезены по, буквально на грузовике одной большой массой и были и раздавались бесплатно протестующим. Ведь кто-то это все оплачивает, кто-то за этим стоит. И Относительно недавно было выяснено, что за антиизраильскими беспорядками стоит Джордж Сорос. Это его фонд, это его фонд, его ассоциация финансировала пропалестинские антиизраильские демонстрации. Так делаются цветные революции, расшатывание государства изнутри. Далее, на один повод... И начинается активация вот этих вот NGO, которые были открыты несколько лет назад, или NPO, non-government или non-profit, за которыми опять же стоят те же самые лица. Во что вкладываются эти open society и другие NGO, во, во что они инвестируют, как выглядит мягкая сила, чтобы не вызвать подозрения. Они начинают вкладывать в местное, в локальное образование, медицину и культуру. Значит, Поначалу это видно, это это выглядит как абсолютно безобидная безобидная цель, но это часовая бомба. Мы вот э, называем это в Израиле есть такая фраза, вот это, это часовая бомба, mm -hmm. которую подкладывают политическая мяг, часовая бомба мягкой мягкой силы, и она взрывается, когда приходит час X, когда находится повод, и есть финансист, финанс, инвестор. И э, используются целый ряд других методов, которые я сказал: тактика, стратегия, финансирование. И есть еще один момент очень важный: цветная революция или государственный переворот не могут произойти, если внутри в правительстве или в правящей власти нет предателя. <связь> Этого предателя нужно сначала либо найти и завербовать либо изначально его завербовать и ввести в правящие круги государства. Вот если эти четыре этапа пройдены, есть НЖО, есть финансирование, найден повод, и используются технологии, и есть предатель. Я люблю говорить так, ни одно государство не способно победить в войне, если враг внутри. Этого не удавалось пока никому. И э, что мы видим э, на протяжении вот последних 20 лет? Мы видим целую волну, это так и есть, это волна цветных революций, об этом написана масса книг. Э, Югославия, 2000 год, цветная революция. Грузия, революция роз, 2003 год. Украина, оранжевая революция, 2004 год. Киргизстан, революция тюльпанов, 2005 год. Mm -hmm. Арабская весна, это то же самое, это была Искусственно созданная революция в 2011 году. Майдан на Украине, 2014 год. А теперь внимание. Беспорядки БЛМ, Black Lives Matter, 2020 год. США. Дем... Поскольку к власти пришли республиканцы во главе с Трампом, значит за этим стоят демократы. Если вы у... по... прочитаете статью в Википедии ⁇ Кто такой Джордж Сорос ⁇ это ярый сторонник и инвестор в демократов. Он стоял за всеми этими беспорядками. 2021 год появляется новая группировка Антифа. Помните беспорядки, которые создавали Антифа, антифашист движение антифашистов mm -hmm. так называемое, но это лишь ширма. Кстати говоря, повод, я говорю только что, нужно найти повод. С чего начались беспорядки БЛМ (Black Lives Matter) с гибели чернокожего убий... убитого mm -hmm. полицейским? Был, нужен был повод, и этот повод нашли. Далее, Израиль, 2022 год, беспорядки вследствие попытки провести судебную реформу. Есть повод, есть финансирование. Судя по всему, кто-то есть у власти, который э, дал добро и способствовал этим беспорядкам. Далее, 2024 год, пропалестинские антиизраильские беспорядки, э, которые были подавлены вовремя в США. И... Сегодня, в эти дни, в эти часы, беспорядки в Грузии, которые могут перерасти в столкновения, которые может перерасти в революцию и в, и в свержение нынешнего режима. Вот вся. Я постарался быстро описать вам архитектуру переворота. Я пытаюсь вам объяснить, что этот переворот может произойти в любую минуту в любой стране. Но у каждого государства. У каждого этого, такого, этого переворота есть какая-то цель. Какая цель сейчас в Грузии? Самая главная, конечная цель, первая, оторвать Грузию от какого-либо влияния э, со стороны России. Экономически и, и военно уже нет связи, нет влияния. Осталось только традиционно, культурно и ценностно оторвать Грузию от России. То есть запретить русский язык, запретить православные церкви, запретить русские книги, русские библиотеки, русские фильмы, русские передачи, русские телеканалы. Это та же самая методичка, те же методы, тот же сценарий, который опробировался уже на Украине. Оторвать, выковарчить слово, я надеюсь, вы сможете перевести его, это как выковарчивают дерево с корнями. Все русское и все православное – Помните, я вам говорил, что вместе с э, так называемыми западными ценностями также идет и трансформация религии. Да. Э, так вот, э, Грузия очень религиозное э, государство, и там будут эти религиозные ценности заменены, попытка заменить их на католичество. Далее, э, то же самое, кстати, в Армении, э, армяне, они григоряне. Это та же самая религия, которая будет постепенно попытка заменить ее на католичество. И это будет происходить везде. Вместе с членством в Евросоюзе и членством в НАТО идет и так называемое членство в Ватикане, то есть замена ценностей религиозных. А религия — это душа нации. То есть если вырвать эту душу, эта нация уже будет, в принципе, с ней можно будет делать, что хочешь. Это первая, первая цель — оторвать Грузию национально, исторически, культурно от России. Далее превратить э, Грузию, во-первых, э, э, в, члена, в члена Евросоюза, во-вторых, автоматически в члена НАТО. И в-третьих, настроить Грузию против России, против глобального Востока. Вот это, и есть, э, вот это вот есть цели, это очень долгие цели, и у них есть на это время. Но надо начинать с, с дестабилизации Грузии и с переворота и чтобы все э, стояли в правительстве сугубо лояльные одной из сторон. На да, в данном, на данный момент мы говорим о том, что, судя по всему, этот переворот инициирует Запад, не Восток, США, не Россия. Поэтому из, за, этим стоят, за этим стоит глобальный Запад. И конечная цель – это превратить Грузию в врага России. А возможно ли гражданская война? Всегда есть риск гражданской войны. И мы видим это на примере с Украиной. Один народ, братский народ, в первые годы после Майдана, что у нас началось? У нас началась гражданская война, у них началась гражданская война между украинской армией и повстанческими движениями на Донбассе, Донецк и Луганск. Они держались сколько они могли, они воевали почти 10 лет. Да. Что стало причиной ввода войск России, я, я точно не знаю. Есть масса версий. Однако, что я да могу сказать, могу, могу сказать в адрес российского руководства, что они допустили колоссальную ошибку, очень грубую геостратегическую и геополитическую ошибку после объявления, после присоединения Крыма и объявленного там голосования референдума за присоединение Крыма. Такой, прошу прощения, такой же референдум был инициирован местными властями Донецка и Луганска. Но и этот референдум был проведен. И большинство проголосовали за присоединение России. Тогда президент России Владимир Путин отказался признавать этот референдум и отказался проводить референдум со, со стороны России, если бы этот референдум был проведен. Президентом? Прези... Простите? Имя президента какого? Владимир Путин угу. отказался признавать референдум местный, который произошел на, на Донбассе. Это, по-моему, было в 2015 году. Угу. Если бы этот референдум был проведен официально, и были бы признаны э, большинство желающих присоедин... присоединиться к, к России, можно было бы избежать войну сейчас, которая произошла в Украине. Вы знаете, я э, в эти случаи э, часто привожу фразу Черчилля. У него есть такая фраза. Если лидер выбирает позор, чтобы избежать войну, он получит и позор, и войну. То есть... Если, если я не ошибаюсь, я могу почти точно процитировать Владимира Путина, когда он сказал, высказался, у него спросили, почему вы не признаете референдум на Донбассе, он высказался и сказал, что, ну, мы не хотим нарушать международное право и присоединять территории. То есть он пошел, в принципе, он выбрал позор и получил и войну, и позор. То есть сейчас Россия находится и под санкциями, и ведет войну с братским народом. И Украина практически уже государственно и социально э, уничтожена. То есть это, в принципе, государство, которое на грани э, превратится в падшее. Россия теряет ресурсы драгоценные, военные, человеческие и, и другие. И в этом контексте это была ошибка, политическая ошибка. Ну, тогда и Россия не была готова для войны. Это была первая часть нашего разговора. Продолжаем вторая часть с Ираном. Хорошо.